Главное, чтобы найти развлечение и не сойти с ума. Дима, стой тут. Я хочу посмотреть, что там. Она такая большая, можно влезть в нее. Когда у тебя нету друзей? У меня много друзей. У меня 360 баранов, они все мои друзья. У меня 8 собак, они все мои друзья. Ладно, я вхожу. Если меня сейчас кто-нибудь там потащит, Пеннивайз, типа там, скажите, что я фанат его. Чувак, это по-твоему хорошо с твоей стороны? Идем. Да я даже из тебя слез, чтобы ты отдохнул немного. Идем, там бараны там уходят. Давай, чувак, давай. Давай. Алло. Ладно, без приглашения войдем. О, щищин, что там мне... Что-то какие-то звуки там... Вот. Если корова убежит, что будешь делать? Ну, во-первых, корова не может убежать. У нее настолько нету мозгов, что она даже калитку не может открыть. Понимаешь, даже калитку не может открыть. Даже если она убежит, мы ее все равно догоним. Если она даже спрятаться, все равно ей никуда прятаться. Куда она спрятаться? В другой аул пойдет, мы отыщем в другой аул. Ну, если она убежит в Кыргызстан, тогда все. Не найдем. Хотя она не может убежать в Кыргызстан.